Ребят, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня очень неожиданное видео. Я уже собиралась ложиться спать, как случайно я на кое-что наткнулась. Я лазила на один из страниц и в лайках нашла одну подругу. Я спросила, кто это, она сказала, то, что это ее подруга. В итоге я у этой подруги увидела на авке больно знакомое лицо. Я захожу и не понимаю. А потом щелчок, и я все поняла. Еще одна история. У нас появился в Нижнекамске один блогер, Олег Яфизов. У него сначала были маленькие обороты подписчиков, то 300, 400, 500, набиралось очень медленно. Думаю, ничего, нормально все, нижнекамский блогер, тут не все так легко. А потом смотрю, хоп, 3000, 5000, думал, накрутка. Ладно, в итоге я захожу к нему на канал, смотрю, и вышло одно необычное видео. Помощь бездомному баянисту. Я решила посмотреть, и там уже достаточно лайков стояло, достаточно просмотров и достаточно комментов. Предыстория в том, что этот человек якобы бездомный. Его зовут Андрей, ему якобы 20 лет, и он сидел в летней куртке. Олег ему решил помочь, то есть блогер. То есть все помогало ему, каждый раз выходили видео. Типа, дарю жилье Андрею, снимаю квартиру Андрею, покупаем очки Андрею. Андрей отвечает на вопросы. Ну, видео называлось не Андрей, а «Бездомный баянист». Ну, ладно, думаю. В итоге у этой подруги Надиной, которая на авке, она с этим парнем, оказалось так. Я зашла к нему на страницу, и он обычный парень. Ему 22. У него вроде как есть машина, потому что есть фотки с машиной. Есть, как он в нефти. Думаю, а почему бездомные в нефти? Ну, ладно, думаю. Ну, отдыхает. Вполне счастливый парень, ничего плохого вы не скажешь по фото. Зайдя к нему на страницу, на этого Андрея, я поняла то, что он вполне живет полноценной жизнью. В видео было сказано, якобы у него проблемы с матерью, поэтому он не живет дома, он зарабатывает себе, играя на баяне. И Олег решился взяться за этот проект, за этот постановочный проект. Благодаря этому баянисту бездомному, если ему что-то надо, то Олег просил деньги у зрителей, просил донат, чтобы якобы купить то продукты, то снять квартиру. Все оказалось, они, оказывается, хорошие друзья. Олег и Андрей хорошо дружат. И все это было постанова, ребят. То есть получается так, то что я сначала думала, то, что Олег вполне хороший парень, помогает молодому парнишке, у которого вся жизнь впереди. Думаю, молодец, я уже сама думала, перечисли денег. Но оказалось все не так просто. Вот на это я натыкаюсь и вижу то, что как бы все хорошо, он живет нормально, все у него есть. А с Олегом они просто друзья. Все доказательства, все пруфы у меня есть. Все скрины, все страницы. Я вам все скину в описании этого видео. То есть получается так, то, что Олег решил нажиться на зрителей своих, выпрошел деньги, а потом не знаю, что он с ними даже делал. То есть, когда я была в клубе Ялкан, даже сам директор говорил, то, что хотела бы его пригласить, то, что он такой хороший. И у меня сейчас такой вопрос. А чему бы ты научил людей? Чему бы ты научил детей? Обманывать? Просить деньги? Обманывать людей и тупо просить деньги с этими постановами? Я не хочу никого обидеть, но так все получилось, но так, блин, не делается. Так не делается. То, что ты пытаешься просить деньги у людей якобы на помощь Андрея, но у Андрея, может быть, и есть проблемы в деньгах, но я не думаю, что настолько серьезно, что аж квартир нет и на хлеб себе. То есть ты просил деньги, тебе перечисляли, вряд ли ты их даже тратил. Может, ты половину или меньше половины тратил на него, но, скорее всего, я не знаю, что ты с ними делал. И на будущее тебе, Олег, я ничего тебе плохого тоже не желаю. Я думала, то, что мы даже все сдружимся, все же нижнекамские блогеры, но если ты уж ты так сильно хочешь кому-то помочь, если ты хочешь стать как канал Абракадабра, помогать всем людям, у тебя почти получилось, но лучше бы ты снимал не постановочными. А это все была постанова, люди. Не верьте этому человеку. Он один раз обманул, обманет и еще раз.